Непродуманный маневр на дороге едва не стоил жизни четырем людям. В пятницу вечером на выезде из муниципия Хинчешты произошла авария. По данным полиции, 32-летний водитель выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной, которой управлял мужчина 63 лет. Травмы получили оба автолюбителя и двое пассажиров второй машины. Их доставили в столичный институт скорой помощи. Полиция расследует обстоятельства ДТП.